Всем привет, с вами Квадрат, мы продолжаем играть в игру Subnautica. И в прошлой серии мы с вами остановились на том, что построили аквариум вот в этой комнате. И давайте сегодня, не знаю, закинем туда каких-нибудь пару иц, что ли, которые у нас еще остались возле этого, возле капсулы. Так, ресурсы. Здесь у нас ресурсы. Давайте перекинем сюда кварц, значит, и свинец, и титан перекинем туда тоже. Комплект проводов перекинем. Ну, в принципе, все. Так, еда. У меня, по-моему, все. Так, нет, не все, значит. Тоже не все. Так, вот. Просто думал, у меня все разряжено, короче, но... Нет. Вернее, не все разряжено, а то, что я батарейки вроде достал, насколько я помню, из оборудования. Так, давайте поищем там. Яйца. Мы, кстати, вот там вот еще где-то одну видели. И будем с вами заниматься, я не знаю, обустройством базы. Ну и также параллельно там искать запчасти от мотылька. Так, вот у нас капсула. Давайте теперь будем, собственно, светить. Где-то здесь были яйца. Только не надо говорить, что они куда-то уплыли. Мы не могли уплыть. Так вот, вроде бы вижу. Блин. Честно говоря, лучше бы, конечно, днем сюда приплыть. Так вот, яйцо существа. Яйцо существа. Никто на нас сзади не нападает там. Вроде бы все. Так, а вот это что у нас такое? Это коралл. Нет, это испорченный образец водорослей, да? Испорченный образец водорослей все еще здесь валяется. Кстати, да, я давно не обновлял версию игры. Надо обновить, наверное, уже. Семя вьющейся водоросли. Ну-ка, давайте вот еще возьмем семя вьющейся водоросли. А вдруг это можно посадить? Я просто не знаю, что там можно, что нельзя. Но, собственно, мы посмотрим, попробуем с вами. Так, ты кто такой интересный? Кто-кто-кто? Я тебя еще не кушал. Да чтоб тебя. Стой на месте, а. Где он? Вот он. Просто не видел. Так. Ты чё? Не надо умирать. Тут неглубоко плавали. Кто это у нас такой? Рыба Гэри. Ничего себе, рыба с тонким ароматом. Ну-ка, надо попробовать её съесть. Я вроде никогда не находили такую рыбёшку сами. Ну что, поплыли на базу. Ну, посмотрим, что у нас там с этими яйцами будет. И с водорослями. Опустим их, собственно, в аквариум. И будем потом наблюдать. Добро пожаловать на борт, капитан. Так, отлично. Но, чтобы мне кто посадить, я так полагаю, мне придется сюда залезть, да? Поехали, вот. Яйцо. Нет. Почему нет? Использовать емкость для посадки. О, смотрите, я смог посадить семя водорослей. Не могу это все забрать. Блин, посмотрите, яйцо, короче, не это. Не кладется сюда. А почему? Ребята, если знаете, почему не выкладывается сюда яйцо в аквариум, то вы, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях. Потому что я думал, просто как бы надо взять яйцо и положить его сюда. Ну что-то так не выходит. О, это наша водоросль теперь туда, типа. Кстати, причем часть этого растения причудливо извиваются, будто черви. Это не укладывается у нас. У нас... Ничего не выкладывается. Так, ну и чё? Где мне эти яйца оставить? Кстати, почему-то странно, что на базе я не могу... О, это... Нельзя выбросить, блин, здесь. Чё, пусть пока плавает тут. Но я тебя потом съем. Красивая такая рыбка. Я этой рыбки не видел до этого. Поэтому, в принципе, пусть она будет тут. Яйцо нельзя выкинуть просто так, короче.
Нигде. Ну, давайте, я не знаю, тогда положим его пока вот здесь. Я надеюсь, здесь никто не украдет наши яйца. И никуда не уплывут. Будут пока лежать здесь, но там потом разберемся, когда с этим, то уже, собственно, переложим их как там надо. Так, что тут это вот цепь у нас такое-то катится. Ну-ка, стоять. Давайте это просто падайте сюда, и все. Не надо кататься. Отлично. Так, вот у нас наступает день, хорошо. Сейчас мы с вами поплывем, я думаю, осматривать наши... здесь пустоты и искать какие-нибудь полезные вещи. Но для начала, прежде чем мы отправимся, надо сделать стекла. Надо сделать стекла в базе, то это что-то как какие-то консервные банки. Давайте, знаете, как сделаем. На первом этаже, я думаю, мы не будем стекла ставить, а вот на втором, вот здесь вот, надо поставить. Особенно вот тут. То есть это что там получается надо у нас? Давайте посмотрим. Значит, по основным материалам стекло. А, ну блин, вообще сначала для крафта. Стекло, стекло. Где оно? Окно. Да. Вот оно окно. И надо два стекла. А чтобы сделать стекло, нам нужен кварц. То есть ищем много-много кварца. Отправляемся за кварцем. Мы его где-то уже вот там вот видели. Залежи кварца. Так, это у нас металлолом. Так интересно здесь лежит. Да? Да. Так, это у нас кристалл соли. Тоже кристалл соли. Так, сейчас задница какая-нибудь у нас выпадет отсюда. Смотрите, здесь как много кристаллов соли. Так, я помню, что я умер здесь в прошлый раз. Надо следить за воздухом. Так, давайте-ка, ладно, будем подниматься, потому что что-то я очкую пока так глубоко спускаться, честно говоря. Тем более, это, нету там выходов, еще забудемся потом. Что будем делать? Так, хорошо. Сказали, это рыба добрая и нападает, если только трогаем металл. Ну что ж, посмотрим. Правда ли это о ней? Или нет? О, рыбешки там плюхаются. Так, у нас здесь есть что-нибудь полезное? Просто ящик какой-то. Опа, смотрите, сумка. Так, и чё? Ну... а как это? Что с ней делать-то? Сумка багажа. Ну хорошо, мы ее забрали. Сейчас скинем на базе. Как ее открыть? Или что? Я не понимаю, что с ней надо сделать-то? Просканировать, в смысле, надо или что? Нет, там берется. Смотрите. Окей. Вот, еще одна, смотрите, сумка багажа. Только что-то я не понимаю, если там ничего нельзя достать, из нее зачем мне нужны эти сумки багажа. Так. Хорошо. Сейчас насобираем кварца, сколько сможем, и отправимся обратно на базу. Нам здесь, кстати, надо аккуратно плавать, потому что здесь где-то радиация начинается. Мы же ближе и ближе к Авроре подбираемся, получается. Так, а вот тут у нас сундучок. Фрагмент сборщика транспорта. Хм. А, титан. У нас он уже есть, оказывается. Солнечная панелька. О, смотрите. Интересно, здесь есть что-нибудь полезное? Прям
такой какой-нибудь чертеж лютый. Кварц, смотрите. Здесь есть кварц. Вот, собираем кварц. Он нам нужен, чтобы строить стекло. О, вот еще, смотрите, яйцо. Ну, ох, бомбанул, блин, чувак. Походу, да. Стрельнул. Очканул и стрельнул. Солнечная батарея опять. Надо набрать сейчас полный инвентарь кварца на оставшиеся пустые эти ячейки. И возвращаться обратно. Хочется собрать мотылек и уже ездить на нем. Как бы это было. О-о-о-о-о! Нет, 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 нет. Где-то тут она бахнула. Рыбка камикадзе наша. Жух. Вот ты дела. И тут ничего нету, смотрите. Две взорвались, что тут попортили, но и пыльца не выпало ни из одной. Опа, золото, ё-моё, смотрите, золото нашли. Золото, надо брать золото. И серебряная руда. В принципе, они что-то в последнее время не просто так попадаются, поэтому лучше взять. Так, титан нафиг не нужен. Еще три кварца и... можно будет вернуться обратно. Так, вот кварц. Еще где кварц? Кстати, можно сплавать еще будет на тепловой след, посмотреть, что там. Но сейчас пока давайте постепенно разберемся сначала со стеклами, потом... Что за сумки интересные такие нашли, которые непонятно как открыть. Почему-то даже нет никакой возможности их открыть, кроме как взять. Так. Угу. Еще можно взять кварца. О, ты что тут делаешь? Он за мной, что ли, плывет? Непонятно. Так, и... ну-ка, надо аккуратненько здесь плавать. Чтоб у нас не торкнула радиация. Ага, вот, обнаружена радиация. Смотрите, нам написали, да? Давайте отсюда по-быстренькому откатим. Сейчас придется поменять батарейку. Так. Отлично. Какая-то темная пещерка. Нету рыбок камикадзе. Я, кстати, зря в нее заплыл, потому что вдруг бы я потом не смог выплыть. И я бы там задохнулся. Такое чувство, что мы собрали почти все ресурсы. Я говорю, самое похоже, что они не восстанавливаются, не регенерируются, там снова не появляются. А если я прям вот вообще задрот и общипал уже здесь все, что можно, мне каким образом тогда... добывать ресурсы вообще. Как мне это делать? Так. Кварц будет? Нет, сегодня. Но мне надо еще один кварц.
Че вы издеваетесь? Так, я вот вижу. Сейф. О, вон, вроде бы. Нет, там кристалл соли у нас. Фрагмент биореактора. Биореактор у нас уже есть. У нас нету кварца, блин. Когда я палую собираю соль. Да, соль тяжело найти. Так, давайте кислорода захлебнем и спустимся сюда. Так. Жух. Что у нас тут есть интересного? Здесь такая тишина, такое спокойствие, такая зелень. Прям вообще. И ничего нету. Абсолютно. Странно. Так, что у нас тут? Морской глайдер. Столько много одних и тех же разбросано всяких этих, как его, фрагментов, в общем. Ну, в смысле, одних и тех же. Давайте вот посмотрим, что у нас тут рядом с базой есть. Ух ты, ё-моё, фрагмент мотылька, вы смотрите... Чё мы нашли? 60% нам осталось найти два этих. Блин, нам осталось найти два фрагмента, и у нас будет мотылек. Вот мне интересно, где еще два? Где еще два фрагмента, и мы сможем с вами покорять морские глубины, блин. Так. Смотрите, там какая-то разбитая тут штука. База какая-то тоже. Воу. Смотрите, тут запечатанная дверь. Разрежьте, чтобы открыть. Нам нечем как разрезать. Надо собрать эту штуку, которая разрезает. Так, сейчас поднимемся. Давайте. Ой-ой-ой-ой-ой, эти ребята... Которые непонятно какие, неприятные, короче. Так, все, погнали. По-быстренькому. Вот тут эта акула плавает. Нет, погнали, погнали, посмотрим, что тут есть. Так, это что? Что такое тут у нас? О! Смотрите. Нифига себе. Тут как что-то за... Что это за no signal? Кто-то ко мне хочет подключиться. Так, давайте заплывем, посмотрим, что у нас тут. Что у нас тут? Все сломано. Собственно, все запечатано так же. Так, все, всплываем. А то мы сейчас всплывем по-другому. Как в прошлый раз. В общем, я хз, как быть с ресурсами. Это очень тяжело почему-то стало в последнее время. Потому что в окрестностях здесь... В ближайших я все собрал, а тут уже ничего нету. Что это у нас тут? Сборщик транспорта. По-моему, есть такой. Титан. Так, где кварц? Блин, можно мне еще кварца и все? Как
как я буду делать? Да что ты будешь делать? Как я буду делать стекла, если у меня нету кварца? Отстань. Хочу драться. Эти рыбёхи злые. Что-то их слишком много стало тут. Спавнится. Блин, серьезно, будет, нет, этот кварц еще сегодня или что? Что за фигня-то? Что там детектит? Я слышал, еще сказали. Так, окей. Давайте закинем, значит, батарейки заряжаться, которые у нас разрядились полностью. 100, 100, 100. Так, вот, 0, 0. Все, все эти, все на 100% заряжаются. Эй, можно передвигать их. Так, чик, чик. Так, хорошо, давайте, во-первых, попьем сначала воды. Отлично, так, аптечку возьмем тоже. У нас тут что-то убило. Так, что у нас там по реакторам? Реакторы заряжают нашу базу. Снабжают ее энергией. Отлично. Снабжают. Там все какая фигня, блин, молится, короче. Это хорошо. Так, давайте будем делать стекло. Пойдемте посмотрим, значит, что куда мы хотели поставить с вами. Так, стекло. А, кстати, не стекло, а окно, да. Туда нельзя. Почему сюда нельзя? Не понял. А что, в смысле, оно на комнату одно может быть только или что? Странно как-то. Так, ну вот если я беру еще окно. Минус 1 ПК. А, да, плюс 7 ПК. То есть что-то, короче, тут он пишет, видите, минус еще там ПК какой-то, короче. И это типа очень плохо. Так, ну раз сейчас ночь, там, конечно, честно говоря, ничего не видно. Но, в принципе, как мы хотим. Как я и хотел сюда поставить. Так, вот у нас одно окно. И надо вот сюда вот еще стопудово. Хоть там и лестница. Все равно. Так-то и вниз бы надо было, но надо кварц собирать. Так. Ну давайте еще вот все поставим. Минус 1 прочность. Так, нам не хватает стекла одного. В общем, надо будет искать кварц пока как-то так. А, да, сумки. Ну и, собственно, что они дают? Так, сумка багажа. Может, в смысле, ее типа можно с собой куда-то, я не знаю, нацепить. Типа будет больше. Я, честно говоря, не знаю, что она делает. И как ей пользоваться. Кроме того, что вот ее можно выложить, обратно поставить, типа. Все. Если знаете насчет чем-нибудь сумок, то тоже, пожалуйста, посоветуйте, расскажите, напишите. А то, что они там не с этими сумками, короче. Вот сюда их пока кинем. Но с ними что-то надо, короче, сделать. И открыть я их что-то ничем не могу. Может, их ножом надо порезать? Опа, что-то висануло. Ну, они, собственно, все равно не режутся что-то.
Что-то они все равно не режутся. Так, значит, сканер. Ага, один нож, два. Потом сбилось пятью. Три. Четыре. Так, тут у нас заряжаются батареечки. У нас начинается день. Кстати, вот, собственно, два окна. Хорошо. Здесь два окна. Пока пусть, значит, будет. Тут все равно бугор, ничего не видно. И вот с этой стороны нам надо тоже, собственно, поставить два окна. Вот здесь вот. Так, что рыбка у нас тут плавает? Как ее там зовут-то, кстати? Как горячо? Рыба Гэри. Рыба Гэри. Так. Блин, мне показалось ли... Серьезно, она растет тут? Кстати, водоросль-то что у нас? Я, кстати, не могу ее почему-то обратно вытащить. А я могу ее... Вот тена. У нас, короче, сел, похоже, нож. Как так? Я вроде в этот раз не так ножом работал, как в прошлый. Так, а что у меня здесь? По ножам, значит, что? Тут 0%. Почему он это? Почему тот удалился, не могу понять. Увидели это? Здесь только что какая-то летяга пропала, я не знаю, каким образом. Так. Что-то... О! В натуре, смотрите, я могу семя вьющейся водоросли, короче, срывать отсюда. Ну, давайте еще тогда засадим чуть-чуть. Опа. Вот так. О, пусть они пока растут здесь, чтобы мы их потом собирали. Так, а что у меня тут, ну что? У меня рыба отобрала его или что, не знаю. В общем, он как-то исчез у меня. Ну и... Да что ты будешь делать? У меня какой-то... А, вот он, но призрак какой-то, еда, короче, пришла к нам в дом. Раз уж она пришла, то давайте тогда ее приготовим. Бумеранг это, перепутал я бумеранг. С этим. Так, хорошо, может кто-нибудь еще, чтобы мне не выходить, не собирать еду. Так, значит, нам надо еще кварца и стекла, собственно, еще наделать. Так, вот еще у нас кварц. И где нам брать кварц? Так, хорошо, давайте поплывем в... Надо определиться, в каком направлении мы поплывем, чтобы посмотреть, где мы уже были, где нет. Где-то там, значит, мы были везде почти. Значит, давайте пойдем в эту сторону. Только тут почему-то ничего нету, ну, собственно, будем искать. Нам нужен кварц. Может, попадем опять на фрагмент мотылька. Их, кстати, осталось два. Смотрите, сколько соли, блин, а. Так, о, смотрите, вот кварц, отлично. Так, вот еще кварц. Да, я вспомнил, что здесь мы с вами видели много кварца на этой области. Ну, вроде большинство из этого мы собрали ведь с вами. Вот еще. Так. Действительно, рыба вроде бы не нападает. Пока я там не трогаю какие-то ее материалы. Вообще, как эта рыба может любить... Что там? Металл. Из-за него только нападать. О. Так, а это что у нас такое тут? А, это просто какая-то... штука торчит из воды, да? Гигантская коралловая труба из воды торчит. Забавно. Так, вот еще кварц.
Так, ну я думаю, все, нам пока кварца хватит. Нам там немного надо было сделать. Так вот еще. Опа. Эй. А я то... Кто попасть там, смотрите, там что-то интересное. А если бы мне туда надо было... А если бы я то заплыл сейчас и кварц собрал, у меня там закрыло, что потом умирал, что ли? А что, другого-то входа-то нету? А, нет, вот есть, смотрите. А что тут такое? Что тут за движуха? Воу, смотрите, тут прям много-много кварца. Так, ладно, давайте пойдем назад, пока мы не заблудились и не умерли. Так, я надеюсь, мы не заблудились. Фу, господи. Это уже было дело. Подумал, что все. Так, все, давайте отправимся на вазу, поставим два стекла последних. И я думаю, поплывем в следующей серии вот в сторону от нашей базы. Получается, вот туда... И где-то будем здесь еще мотыльков искать. Фрагменты мотылька и прочую всякую штуку. Вот заблудился парень здесь явно. Так, давайте наловимся покушать. Чтобы я потом... А-а-а, стой! Не мучился с едой. Так, что у нас еще? Вот еще. Плывет у нас рыбеха. Стой. Рыбалка, да? Какая жесткая. Так, вот летяга. Это летяга вроде, нет? Нет, это бумеранг. Так, а ты вот кто? Я забыл, как тебя зовут. Пескун. Так, у нас батарея всего. Будь ты неладно. Где тут Duracell можно купить? Чтобы не менять так часто батарейки. Так. Всё. На борту. Значит, давайте готовить. Хорошо. Значит, нам надо два стекла. Вроде сейчас нам хватит. Раз, два. Так, нет, еще одно надо. Так. Нам нужно еще одно стекло. Так, отлично. Ну, давайте поднимемся на второй этаж наш. О, смотрите, ну, такой нормальный, в принципе, вид. Ладно, вру, ни хрена не нормально, что-то ничего не видно. Ну, потому что у нас... Да ладно, серьезно, что ты делаешь? Как мне... Что за баги с аквариумом? Так, вот сюда я два стекла хотел еще поставить. Окна. Два окна. Обнаружено повреждение из недостаточной прочности корпуса. Опа! Смотрите, нифига себе. Давайте усилим. Усиление корпуса. Литий титан. Литий титан. Так, где что еще умнется? Так, это кто-то рычит или это что-то мнется? Так, ну хорошо, давайте уберем тогда пока стекло вот это. И что, все? Сейчас починится обратно, нет? Как это починить? Я не хочу, чтобы были такие трещины. Эй. Тут вода потекла, смотрите. Блин. Ну-ка, давайте-ка спустимся. Ух ты, ёптую, тут вообще фонтан. А где, может, сварочный аппарат надо, я не знаю, достать? Но в натуре, наверное, сварочный аппарат надо. В натуре работает. О. Так. Ну где еще такие трещины?
Надо, получается, корпус усилять сначала. Значит, на первом этаже мы... Ё-моё. Значит, на первом этаже сначала надо усилить корпус полностью, короче. Ё, смотрите, вот это жесть. Потоп на базе. Ух ты, ничего себе, как он набирает жестко. Так, не то, на воду. Давай заделывайся, алё. Жестко. Фух. Да как ты все попало, алё? Так, ну, вроде бы все. Ну, значит, пока нельзя нам много окон ставить, надо сначала будет сделать эти укрепления корпуса. Прежде чем ставить что. Так, ну что, все? Вот еще потрескалось. Вроде бы теперь все. Ладно, в общем, если потом еще замечу, то сделаем. А так пока... А, ну пока вообще без окна с этой стороны. Ну ладно. Ну ладно, я думаю, все, мы на этом остановимся. В следующей части поедем с вами искать всякие прибамбасы. Всякие-всякие. Так, сейчас я, короче, вытащу все батареечки. И поставлю их заряжаться. Так, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 93. Так, все, здесь нету больше места. Давайте сюда закинем. 95, 94, 79, 100. Все, здесь все полностью. То есть, короче, заряется, потом заберем их. Ну все, ладно. Я думаю, мы найдем уже скоро мотылька и уже будем плавать на нем. И, собственно, можно будет заплывать далеко-далеко и в большие глубины. И, кстати, я думаю, может, вот сплаваем на тепловой след. Но не знаю, хватит ли нам там воздуха. Ну, как-то вот так вот. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Батарейки нету. Рассказывайте друзьям, комментируйте. Всем спасибо, всем пока.